Доброго времени суток, меня зовут Елена Корзинок, проект «Территория роста». В этом видео я вам расскажу, как делать картинку для набор продуктов для активации новичку. Для этого обычно активация новичка, странички его в Oriflame служит 10-балловый заказ. То есть вы можете несколько продуктов на выбор выбрать для себя, для того, чтобы сделать активацию. Добавить, для этого вам необходимо зайти на свою страничку, добавить эти продукты в заказ. То есть у меня уже конкретно выбраны продукты с очень хорошими скидками. То есть выбираем только самые актуальные продукты из этого каталога и которые могут пользоваться спросом. То есть я здесь выбрала некоторые продукты на 10 баллов. Перешла к оформлению заказа, и таким образом уже мне конечный вариант будет просчитывать, сколько будет стоить этот комплект вместе с каталогом, вместе с продуктом за доставку. И точно так же я еще дополнительно выбираю продукт вместо платы за доставку, то есть вы здесь это тоже можете учесть. Добавляем продукт вместо платы за доставку. Здесь, ну, мы выбрали гель алоэ для век, нажимаем выбрать продукт, и у нас уже конечный вариант заказа вместе с специальным смягчающее средство, зубная паста, набор пролине, гель для век алоэ, каталог и книга красоты. Я здесь что делаю? Я переписываю все коды, которые входят в набор, который я здесь указала, то есть полностью каждого продукта код 311.23, 311.43, не набор отдельно, а по продукту по каждому. Также здесь указываю каталог отдельно тоже и книга красоты тоже отдельно. Еще дополнительно вот здесь вот мне нравится, что сразу указывается цена, которая будет стоить набор. Что мои действия, какие дальше? Дальше моя задача войти в программу PowerPoint. То есть у меня здесь, вот вы видите, открыт дополнительно буфер обмена, он указывает здесь, указывается. И здесь есть некоторые наборчики, которые я составляла для того, чтобы человеку тоже показывать. Ну, это вариант такой, что здесь отдельно картинки вставляются, ну, можно точно так же им пользоваться. Ну, дополнительно, если вы для себя создаете новый слайд, вы здесь вот указываете новый слайд. Какая ваша задача? Ваша задача сейчас зайти в Google Chrome и просто вам задача найти, то есть по порядочку. То есть я писала код Oriflame, нажимала картинки, и вот этот продукт появлялся. Дальше увеличиваю картинку. Моя задача сейчас нажать «Копировать картинку» и в документ. То есть, получается, когда я навожу на слайд, вот здесь в буфере обмена эта картинка появляется, вставляю, ну, то есть, когда нажимаю на нее, она автоматически здесь появляется. Для того, чтобы уменьшить изображение, навожу на боковой край, и вот здесь вот, получается, автоматически уменьшаю. На боковой край наводим, появляется стрелочка диагональная, и регулируем изображение. И вот так я вставляю все абсолютно продукты, которые есть. То есть, например, у меня в заказ точно так же еще дополнительно входит зубная паста. То есть точно так же ввожу код Oriflame, нажимаю на картинку, она увеличилась изображение, нажимаю «Копировать картинку», перехожу в слайды, в буфере обмена появилась, нажала, скорректировала зубную пасту по изображению, как мне необходимо. То есть здесь это точно так же делаю. И точно так же я поступаю со всеми картинками. Когда мне необходимо скопировать каталог, вставить, поскольку он тоже будет входить в стоимость заказа, я просто пишу «Каталог Oriflame», нажимаю на картинку, здесь «Копировать картинку». Таким образом, эта картинка появляется в буфере обмена, точно так же я ее вставляю, просто необходимо будет уменьшить этот продукт. Еще точно так же в стоимость заказа будет входить книга красоты. Здесь точно так же я писала книга красоты Oriflame. Ну, вариант, который вам больше нравится, любой абсолютно копируйте.
То есть и таким образом просто потом вы ее копируете картиночку, и опять же в буфере обмена появится эта картинка, вы ее просто вставляете. И после того, как мы все картинки поставляли, наша задача их красиво разместить. И плюс к этому разместить запись цены набора полной регулярной, сколько скидка. И плюс еще к этому, конечно же, желательно подписи продуктов. После того, как мы размещаем, на наш взгляд, самый оптимальный вариант, наша задача просто подписать эти продукты, сделать красиво. Можно точно так же регулируйте вперед-назад, перемещайте картинку, то есть в зависимости от того, как вам это здесь необходимо. И это не забывайте, тоже учитывайте по расположению. Так, ну вот, то есть, чтобы картинка не закрывалась. Вы можете вот здесь вот вставлять подпись, изображение, ну, то есть, которое вы указали. Что для этого нужно? Вам просто необходима вставка. Так, вставка, ну, сейчас реагирует надпись, и вот здесь можете подписывать то, что вам необходимо. Но я здесь это не буду делать, здесь я просто напишу набор и какая его цена. Для этого я просто укажу цену продукта. Пишем набор. Цена, по которой этот набор проходит, для этого мы просто заходим сейчас на страничку Oriflame, которую мы делали заказ, смотрим цену, которую указывал нам сайт, 12.31, то есть не учитываем скидку, 12.31. И вот эту вот цену мы указываем в 31. И вместо, я посчитала полную цену, сколько продукт дает, и эта полная цена составляет 35,67. Но поскольку это цена, которая у нас регулярная, мы ее просто зачеркнем для наглядности. Что вы здесь можете делать? Как можно текст регулировать? Для этого вы выделяете. Ну, вот здесь я подправлю, чтобы у меня... и вот можете копировать, что вам необходимо. То есть жирным фоном, пожалуйста, вы можете делать вот эту вот надпись. Увеличивать шрифт можете. Плюс к этому цвет можете регулировать, пожалуйста, для вас. То есть можете какой угодно выбирать. Ну, здесь, например, можно точно так же фон менять. То есть, например, фон... вы можете абсолютно изменить, то есть который вам шрифт, точно так же формат фигуры вы можете поменять, то есть на ваше усмотрение. Можно сделать заливкой, то есть какого-то определенного цвета, например, красненького цвета, вы можете сделать заливочку, и цвет линии, к примеру, там сплошная, здесь по цвету, например, это будет какого-то там черненького цвета, и смотрите, что может получиться. Так, выделяйте, и плюс к этому беленьким цветом, пожалуйста, будет выделяться здесь. Таким образом, то есть такого вот, видите, бросается в глаза. Еще, конечно же, вы можете регулировать по центру надпись, больше шрифт, то есть для того, чтобы вам было, ну, вот как-то более такое наглядно. Так, набор 12.31 вместо 35.67. Вот эту циферку можно чуть-чуть меньше сделать, зато вот эту цену можно, наоборот, увеличить, чтобы она бросалась в глаза. 12.31. И еще рекомендую всегда вставлять, сколько скидка. Ну, здесь для того, чтобы вставить скидку, я посчитала, скидочка идет 65%, если с 35 рублей, то есть просто, допустим, опять же, вставка, надпись, вот здесь вот, например, циферка минус 65%, и просто ее теперь регулируем, чтобы она красивенькая была и бросалась в глаза точно так же, чтобы она сразу можно было ее выделить. Ну, здесь можно, к примеру, уже такой красненьким цветом, например, пускай она выделяется.
Так, минус 65%. Вот, ну, к примеру, таким вот образом. Так. Вот. Ну, здесь можно поменять, к примеру, мыло с кремом. И вот зато теперь будет все теперь точненько посерединке. Минус 65% наборчик. Вы здесь можете абсолютно разный фон делать, но поскольку здесь у меня на белом фоне были продукты, то есть вы это учитываете. Как теперь эту картинку отправить вам, получается, в чаты, либо куда-либо в социальную сеть, как эту картиночку прикрепить, то есть как, например, Skype отправить. Ваша задача, вы сейчас эту картиночку наводите на экран, где просто в мелком изображении, и теперь нажимаете правой кнопочкой «Копировать», заходите в Skype, и что мы сейчас делаем, то есть мы просто ее вставляем в графу, где мы пишем сообщение, и отправляем, нажимаем «Отправить». Так, ну, давайте кому-нибудь отправлю. Вот здесь вот, где введите сообщение, вы нажимаете «Вставить», и загружается эта картиночка, и вы ее просто отправляете. То есть вот такой набор для активации, и этот набор смогут получить, он будет выглядеть в виде картинки. Конечно же, требует времени, пока картинка загрузится, пока она отправится, но в любом случае, вот так вот в Skype мы отправляем картинки. Для того, чтобы эту картинку сохранить себе на рабочий стол, либо если мы хотим куда-то отдельно еще загрузить, рекомендую просто эту картинку открыть, сохранить на рабочий стол или на носитель, где у вас есть там телефон или так далее, и отдельно потом отправлять. Таким образом делаю, поступаю я, то есть используйте для себя, можете своим новичкам предлагать вот эти наборы активации, то есть удачи, спасибо вам за внимание. Вот так загрузилась картиночка, двойным щелчком нажимаем, эта картинка открывается в увеличенном изображении, можете для себя использовать, то есть пожалуйста, сохраняйте, пожалуйста, пользуйтесь, то есть вот таким образом выглядит картинка сейчас. Всего хорошего, Елена Корзинок, проект «Территория роста». Спасибо вам за внимание.